Итак, производим укладку напольной плитки 1,20 м на 60 м. Здесь у нас получается кухня. Заканчиваем. Здесь еще комната. Скорее всего, гостиная, наверное. И вот здесь мы подошли к батарейкам. То есть решили, вот это что, плиточка у нас заканчивалась вот здесь, для того, чтобы одна подрезка шла. То есть у нас одна подрезка пойдет до конца. И здесь у нас идет подрезка. Пока что мы это все подрезали на сухую. Плиточку здесь не клали. Это у нас только вот здесь две поклали. И здесь уже все идет на сухую. Ну и здесь у нас получается одной полосой все закрывается. Почему и вышла вот эта вот подрезка. Ну, все закроется занавеской, это не страшно. Как раз остается вот эта часть, самая главная. А там у нас будет занавеска. И здесь у нас выходит сразу же вот этой плиточкой. Тоже целая выходит панель батареи. То есть мы здесь все это покладем. Но после того, как зальем. Тут все уже выставили. То есть у нас 0 есть уровень. Есть от чего оттолкнуться. Высота, длина. Ну а здесь также у нас идет, получается, тоже одной полосой. Единственное, что здесь вот он заходит сюда, к этой стеночке. Все. Вот такое вот у нас решение было принято. Долго думали, но зато середина коридора у нас идет симметричная. Ровно 3 плитки. Все получилось, в принципе, красиво. Вот смесь. Сейчас будем убирать эту плитку временную и заливать ниши. То есть заливать вот эти вот ниши под батареи. Вот такая вот у нас идет раскладочка. Такая вот работа. Ну, полное видео увидите чуть дальше. А на сегодня, я думаю, все. Так как у нас еще прицеп здесь, здесь выложить в коридоре.